Приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре макет гранаты РГД-33. Боевым аналогом является ручная граната Дьяконова образца 1933 года. Изготавливается макет полностью из металла. Имеется резьбовой вкладыш. Габариты его составляют 107 на 54 мм. При этом макет очень увесистый и отлично ощущается в руках. Как и у оригинала, вес составляет примерно 0,5 кг. Также на гранату надевался цилиндрический чехол, рубашка, который имел диагональные крестообразные насечки для осколочного дробления при взрыве. Также широкое распространение получило использование связки из 3 или 5 гранат. Предназначались они для уничтожения укрепленных целей и в качестве противотанкового средства. Позже эта граната была заменена на более простую и удобную РГ-42. Тем не менее, с 1933 по 1941 год в СССР было выпущено более 50 миллионов гранат РГД-33. Приобрести этот макет вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!